стал известен руководящий аппарат Общественной палаты Забайкальского края нового созыва. Напомним, в апреле этого года состав палаты был сформирован путем голосования депутатов Краевого Заксобрания. Как стало известно накануне, председателем Общественной палаты стал бывший министр экономического развития Сергей Новиченко. На выборы в палату он шел как представитель Федерации хоккея. Напомним, Новиченко был отправлен в отставку с поста министра экономического развития в марте 2019 года, после чего принял предложение регионального отделения банка финансовой корпорации «Открытие» возглавить направление по работе со средним и малым бизнесом.